Очень нагнетающая музыка. Escape the Back Room. Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале. Меня зовут Сергей, но вы меня можете называть, как всегда, просто Snake. И сегодня мы играем в очень жуткую, в очень интересную, местами веселую, местами очень долбанутую игру Escape the Back Room. Насколько я понимаю, эта игра... Ну, мы ее проходили, эту игру, на самом деле, но ее сейчас переделали, и эта игра стала какая-то немного более кринжовая, что ли. Так что посмотрим, как это будет выглядеть сейчас. Лестница, там... А вы знали, что можно вот так делать? Смотри. Сука, блядь. Она здесь. Убери. А чё с микрофоном? Сколько у тебя там стоит? Шипение очень сильно шипит. Не сказал, что шипение, а вот какой-то сенсор сорвалась вот на микрофоне. Бля, это мразь стоит, стучит, она же здесь, блядь! Подожди. Лестница! Блядь! Сука! Иди нахуй! Это кто? Ты кто? Ты кто? Имя ты где? Имя сдох. Я лестницу сделал, заходи. Имя. Блять, ты что делаешь, долбоёб? Заходи, попробуй, зайдешь? Блять. А Снэк, кто ты? Да это я. Давай лучше в ДС говорить. Имя. Это, тебе, наверное, очень весело было, потому что я на тебя... Я монстр, он на меня сагрился. А что делать, блядь? Там ключ надо было забрать. Кто лестницу починил? Я починил лестницу. А там подойди к лестнице. Я к ней подошел, но она, короче, я на нее залез почему-то. Да, ты ключ забрал там, все, иди. И куда идти? Дверь ищите. Все, я ключ нашел. Так, тут дверь теперь надо еще, блядь, найти. Ёбаный рот. Я говорил, эта хуйня здесь. Она стучать начинает, сука. Она, блядь, просто тук-тук-тук делает. Мразь, блядь. Егор, ты меня слышишь, Нади? Блядь, Егор, она стучит. Слева стучит, сука. Блядь! Слушай, она вроде отстала, она отстала. Да я знаю, блядь, что... Дверь я нашел! Беги! Там балансир, на QE балансир. Вижу! Блядь! Егор! Не прыгай, Егор! Проходи! А я что, на другой... Я прошел на другой левел? Или Егор упал? Нет, это то же самое, только... Блядь, я упал! Точнее, Егор упал тоже, блядь. Я тоже упал. Блядь, а там вроде балансируешь, но, блядь, пиздец, как там балансировать надо. Ебать его рот! Блядь, а куда идти, я не знаю! Я думаю, у нас, короче, выносливость бесконечная у нас стала. А, там еще от выносливости зависит, наверное, балансирование, да? Да нет, я не знаю, я просто немножко затупил, я думал, это будет легче. А где тут выход, блядь, теперь? Не знаю. Бля, я эту хуйню боюсь страшно, просто пиздец, я не могу. Ты говоришь, она начинает стучать, просто я очень этот не слышу. Я же говорю, она стучит слева, блядь, я же специально, когда бежал, я говорю, слева стучит. Да я слышал, просто если что, еще раз говори. О, это что за этот? Господи, о, ебать, это что такое? Это стрелочки какие-то, блядь. Он тут бывает обычно, аккуратнее, я играл. Стрелки. Блядь! Сука, иди нахуй! Блядь! Иди нахуй!
Ёбаный в рот! Блять, это страшно, пиздец! Как это выглядело? Ебать, как страшно было, сука! А я обратно пойду, давай. Нахуя ты что делаешь, долбоёб, что ли? А, ты знаешь прикол, да, этот уже? Так, а куда идти, блядь? Обратно, вы чё? А, это мы... Это я, типа, другой проход нашёл, что ли, сюда? Да, да, да. Нихуя себе! А там что за верёвочка была? Там какая-то хоу была? Не, там ничего, ничего. Сейчас, погодите, пацаны, секунду. Я воды попью, блядь. Знаешь, как это страшно выглядело? Я прям видел, как она за тобой бежала. Так а я мансил влево, вправо, за стену, туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда, блядь, за стену, туда-сюда, туда-сюда. А тут какой-то код. А, это я так и не понял. Это друг понял, случайно разгадал код. А подожди. Написано, типа, press C, ID card. Пойдем искать. Я не знаю, я что-то пожмакал, ничего не получилось. Пойдем искать. Что-то искать надо где-то. Ну, уже интересно, да, что было, станет стало. Ну так слушай, это... тут как-то вообще переработали всю игру, как я понимаю, да? Говорю, да, чисто, да, сейчас. Ну то есть здесь ничего, ничего знакомого для нас почти нет, поэтому. Блять. О, банка какая. Ебать! А я в руках банку держу. Да. Кто тут рядом? Никто. Я просто не знаю. А вот подожди, имя. Ну кто это? А вот смотри, смотри, чекай. Не, банку не держишь, не. Я вижу, не видно, как ты ее. Я ее выпил. Нахуй ты дверь закрываешь, долбоёб? Я, блядь, застрял теперь в ней, ёбаный в рот. Ты серьезно, блядь? Ровлишь? Нет, я забаговался в ней только что. Я видел. А что тут делать надо? Как-то? Может быть считать машины, блядь, типа... Три синих, одна красная, допустим. Ну, запомним. Ну, типа, 3-1, там... 4, блядь, надеюсь, здесь этой параши не будет вот такой вот подобной, блядь. Это просто мразь, настолько, блядь, страшно, просто пиздец. А еще, я же, это вы не слышите, походу, да, как она стучит, сука? Я слышу. Она так стучит, блядь, просто ебануться, нахуй. Ой, это что? Смотри. У меня тоже фонарик появился. А у меня? В шкафу два фонарика было только что. Я думаю, что это для таких вот мест. И может быть здесь код есть где-то написанный. Подожди, там же какие-то были как раз циферки вот на главном входе. Там что-то такие-то. Не циферки, а эти. Да, блядь, долбоёб, зачем ты это делаешь, блядь? Я по привычке не знаю. Вот смотри, здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 машин, которые накрыты. То есть, допустим... А тут красная вот труба. Допустим, у нас есть, да, допустим, это по машинам, если... Допустим, у нас есть цифра 1, цифра 3 и цифра 9. Я сделал. Все правильно я сказал? Да, ты молодец. Ебать! А там еще, знаешь, там надо было какой-то там, не знаю, там, какой-то значок. Да, значок, рисунка, да? Да. Вот я бы вообще угадал молодец. Я так, друг понял, вообще нарком, да, так же, как и Егор, вообще. Так в смысле, там цифры были 3, 1 и 9. Да, ну короче, это имя. Короче, помог Снейк, а это немножко сам. Да, я понял. Так, use almond water, restore use sanity. По-моему, тут какая-то хуйня. Еще сок надо искать, чтобы не заснуть. А где? А почему мой фонарик нет у меня? Я же фонарик был. На один нажми, на один. Нет у меня его. Я не знаю. О, фонарик. Ты чё? А вот, нашел. Ключ. Ключи, тут ключи есть такой. Фонарик, конечно. На три у меня фонарик, Егор, посмотри у себя. Ван, да я уже разобрался. Да, он на тройку вылезает, типа. Не, у меня наоборот, у меня на один вылезает. 3, а 1, на тройку убираешь. Бу. Не надо, блять, вот этого бу.
В рот его ебать, это бу. Особенно... Да не, блядь. Ебать! 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 Блять, это ты что ли, Анкон, бежишь за нами? Блять, нет, нахуй! Пизда нам, нам пизда. Пизда нам, пизда нахуй, пиздище, блять. А стрим уже кончился. Да, мы записываем игру. Пойдем, Антон? Нет. Это что такое? Что? Не. А кто умер? Бля, он стоит здесь, просто стоит. Никто не умер, я не знаю, я не умер. Снег, это ты со мной в одной комнате? Нет, это имя. Я слева, я здесь слева, я на улице. Он, короче, пошел дальше. Он, да, он туда попиздил. Пойдем сюда, пойдем сюда, сюда. В комнате можно прятаться, я понял. Да, он короче, не может пройти. А в лифт можно? Если ты видел, он прячется, типа, как обычный. Да. Это было очень страшно. Я думал... же сразу сказал, а вот! А, слышь, вот чекайте идентификатор, помните этот листочек, там же было про это сказано. Не верьте никому. Куча фонариков. Так я тебе не верю. Я тебе тоже не верю. И да, я имени не верю. Тут в этом смысл, смысл как раз в том, что... Так, нажми на двойку нажми. Для чего эта вода нужна? Это типа тут один момент, у тебя что-то там с глазами, тогда пить надо. Хотя он где-то тут этот пидорас. Подождите, стойте, вон он идет, вон он. Он бежит, бежит! Пошел он... нахуй, блядь! Бу. Тебе эфир включит там? Нет. Снег, давай, это ты в самой водной комнате, да? Нет, я в соседней комнате. Мы с Егором всегда... Я в соседней комнате. Имя давай, это на слабо кто откроет и выйдет. Давай, давай. Подождите, покажите идентификаторы. Блять, я знал, специально наебать! Ну все, повес, погнали. Ты обосрался, скажи честно, блять. Вот я не выходил, я испугался. Вот он бежит, бежит. Дверь закрой. Закрой. Пошел нахуй! Пошел нахуй, блять, ты че? А куда я забрал? Ебать! Смотри на него, смотри наверх. Ебать! А что ты говоришь? А, это кто? Сверху, блядь, оно, это сверху кто-то! Сука! А я застрял. Вон он слева. Ебать, оно, он сверху залазит, сука! Подождите, давайте-ка... Вон еще один, блядь! А в смысле? Чекайте, чекайте, смотрите, сейчас разведу как локо. Блядь, да нахуй ты это делаешь, блядь? Ебанутый! Ебанутый, блядь! Да нахуй идите, блядь! Ебать, они страшные, сука! А кого бля... он убил? А кого он убил? Не, меня. В смысле, как? Он стоит. Он, если дверь не закрывать, он заходит. Да. Блять, я думал... А нахуй ты дверь не закрыл? Егор не закрыл, а он меня в живых оставил. Имя, зачем ты дверь передо мной закрыл? Не знаю. А тут фонарик Егора летает. Так он налево идет. Это не. Да-да-да, он, короче, его убил и пошел, типа, оделся в костюм, слышь. Пойдем сюда, в обратку лучше имя, в рот уебать, блядь. А, да, да. Там их, сука, двое, блядь. Бах, ты быстро бегаешь, приседа. Это не присед, это. Нажми присед обратно, встань. Слушай, что-то я слышал, звук, как в начале было написано, типа, используй воду. Для чего-то, блядь, use water. А, это, наверное, как... Нажми Ctrl и отожми. Ты у меня сидя ходишь. Не, я не сидя, хожу, я нормально хожу. Я вижу, Снэйк, я за тобой смотрю, ты сидя ходишь, бегаешь. Не, я нормально, вполне нормально хожу. Ну ладно. Подожди, а вон там, вдали. Где-то... В комнату ту, быстро. Пошли. Устал, я устал, блядь. За кукумбр. Закрывай, кукумбер, блядь. Снэк наверху, наверху, снэк наверху. Шутка. А вы проверите.
Капец, я думал, они не умеют дверь закрывать, а я, по-моему, просто забегает, меня убивает. Эйми не трогает. Имя, что он делал потом? Он так меня убил. Он развернулся, в тебя превратился. Тихо-тихо-тихо, он короче... Блядь, идите нахуй, ебать, ура! Я на другого смотрю, блядь! Он так бесшумно начал бежать. Он только что слышал, он сделал, блядь, хряк такой, блядь, и убежал куда-то дальше, пидор, блин. Ебать, что? Ебать, вон он! Он за дверью стоит, сука! Пошел нахуй! Ебать! Ебать, ты, блядь, опасный! Ебать! Ебать, он страшный, сука! Ебать! Ебать! На, я тебе покажу, блядь! На, соси, сука! На, блядь! На! Ебать, он страшный и громкий, пиздец! Он еще там стоит. Жесть. О, он уходит, уходит. Да, вот эти лампочки, которые моргают, они меня бесят просто. Тут паркур добавил. Бля, я боюсь нахуй выходить уже вообще. На Q нажми там. Цинк, он там бежит, цинк, заходи! Где, блядь? Да я вроде не видел никого, чтоб кто-то бежал. Блядь, бежит, сука! Зайди! Там этот, блядь, и переодетый в Егора! Пошёл нахуй! А может быть попробуйте пробежать, они не так уж и быстро бегают. Нет, они быстро бегают, он добегает быстро очень. А что нам делать? Ну нам надо куда-то дальше. Ты что, по запаху определяешь меня, что ли, блядь? Ты... Он аж прям, блядь, этот, слышу, на этот... аж в душу залазит такое ощущение своим криком, просто пипец. Ну, страшный капец, знаешь, он когда за мной бежал, знаешь, как страшно было. Он кричит вообще! А я вот возле двери стою, он, блядь, орёт как бешен. Чё? Он ушёл он или нет? А чё ты боишься, что ли? Я уже с ним по-братски, блядь. Братуха-борцуха, пошли сюда. Стой, стой, стой. Стой. Вон он слева, он слева, он слева. Я вижу, что он слева, я вижу. Он бежит, бежит! Блядь! Ёбаный рот! Да чё ты, блядь, не в комнату бежишь, дебил? Снэк, беги, пробегай, там он, они за ними побежали. Да-да-да. Я нашёл комнату, Снэк. Классно. Причина. Они два долбоёба стоят там, блядь. Брата, бегает. Смотри, как идут такие, типа, о, ебта! На, включу. Нахуй пошёл! Я пошёл. Скорее всего, нам туда надо дальше, в ту сторону идти. Не-не, тут дверь основная, один ключ нужен нам еще. Я говорю, нам туда надо пройти, вот куда мы сейчас не смогли. Куда мы сейчас не смогли пройти, нам по-любому туда надо идти, чтобы, блядь, достать эти два ключа, один ключ еще один, который... Беги, беги к Кимми. Быстро. Да, пошел, побежал, побежал. Кимми налево, да. Блядь, они бегут, суки! Они бегут! Гость ты так минимум. А ты попробовал сюда тут, да? Вот сюда, вот сюда. Снэйк направо, сзади, сзади, вон, вот слева. Вот этот, вот этот. Сзади, Снэйк, сзади. Другой, другой, вот этот. Ага. Нету. А у меня, я вроде один ключ подбирал. Они, я думаю, у всех общий как будто должны быть. Ну, может быть. Да, но бля, один... на дуре. Они, скорее всего, общие. Если не общие, то это капец к Егору возвращаться обратно, блин. К моему трубчику. Снэк, выгляни в окошко. А где второй? Сзади. Ладно, я пойду посмотрю. Сзади. Бум-бум-бум. А бы там не было, Снэк, там еще... Ну, естественно, блядь, а нет, это фонарик, ебаный рот. Хотел сказать, вот ключ лежит. Он там и не был. Он бежит, бежит, бежит. Какой-то он стрёмный прям вот выглядит. Он не, он всё, он это, он потерял нас. Он сейчас будет перевыпустить, посмотри. Мне кажется, он, блядь, уёбок бежит, сука, вонючая, ну, пиздец. Это дверь закроем, он прям может быть тебе. Ах, блядь.
Да я вижу, вижу. Через стол наладишь? Да ебать, он просто стоит за дверью и ебашит. Нет, не вижу. Я в другую, вижу. Вижу, я твой фонарик вижу. Нет! Он тут, блядь, дрочит, стоит. Имя, он ушел, выходи быстрее. Он ушел, стой, не выходи. Не выходи. Ебать, у него походняк такой, слышь, ебах, всех разнесу сейчас. Имя, у меня идея, короче, попробуй этого. Отвлечь, блядь. Да, отсмех прибегать вправо. Вот смотри, стой. Сейчас, короче, вот сейчас он, видишь, туда идет. Пробегай направо в ту комнату, блядь. И возьми этого и этого, и в самую дальнюю комнату. А я прямо пробегу, посмотрю, что там, блядь. Понял? Давай я лучше вон в ту сторону пойду, обойду вот сейчас эту хуйню. Слышь, подожди, сейчас. Хотя нет, там второй может быть. Так я про это тебе говорю, ты их обоих надо собрать, блядь. Так, на тебя бежит, набежит. Ебать! Нет! Ебать! Сука! Я закрыл дверь, блядь! Так, знаешь, как выглядел? Ебать! Нет, я дверь успел закрыть, блядь! Он просто в миллиметре от меня был! Я нашел ключ. Я тут, я у этой двери, кстати. Ну так давай, иди забирай, блядь. Приходи, точнее, я тебя здесь жду. Да, он ко мне бежит. Я вижу. Давай, эксагрю на себя. Сагрил? Нет. Эй, педрила, блядь! Сагрил! Сагрил, блядь! Сагрил, сука! Блядь, сука! Блин, так выглядит. Амина нету. Брат. Ебать, бля, у меня... Я, сука, спать не буду сегодня ночью, походу. Это тебе еще раз повторить надо будет. Это нереально жестко просто. Я в ахуе. Имя, иди в большую комнату с этим дверью. Подожди, я не могу, пока тут. Да? Ой, бля. Подожди, подойди близко к двери, я посмотрю сейчас, он там или нет. Он тут у меня прям, может. Он у имя, да, короче, нет. Бля, они оба у тебя, походу. Посмотри сейчас, Егор. Никого вообще нет, лень. Так, Егор, подожди, я не могу, он, короче, стенку упирается. А вот сейчас. Он, да, один у тебя, блядь, там. Он, я, кстати, его сагрил, он бежит на меня. И второй, блядь, стоит просто там, как долбоёб, блядь. Да, блядь. Блядь, сука, на что же... А где? Так я же ключ подобрал, он у нас так. Блять, ну это как это классно, просто это класс. Сейчас, секунду, подожди. Это классика. Это классика, блять, ебаный рот, в натуре же, блин. Просто сбегайте до большой комнаты, что вам сложно? Честно, беги, погнал. Все, я заходи. Открывайте. Ну так сделайте. Не-не, такое ощущение, что надо, короче... А, вот, все. Вдвоем нажать на один хотя бы ключ. Пиздец просто. Господи. Спасибо, ребят, за просмотр. Давайте увидимся в следующей серии. Пока.